В кишлаке Гувинт, горной моче, уже стоят лютые морозы. Но ранним утром людям нужно выгонять скотину. Животноводством здесь занимаются все жители. Взрослым помогают дети. Сначала занимаются скотом, и только потом идут в местную школу. Женщины Гувинда с утра пекут вкусные лепешки. Тесно весят, когда на улице еще совсем темно. Потом доят коров. Молочные продукты и мясо – главные продукты на столе гувинцев. Местная школа в Гувинде только до 4 класса. Малыши учат гимн Таджикистана. Несмотря на энерголимит, в классах тепло. Старшие дети учатся в соседнем кишлаке. Чтобы добраться туда, у них уходит 1,5 часа. Только в одну сторону.